которые идут на выброс. Я просто сразу упомянул эту информацию, где я нанес в кабинет, где откуда мы брали столы. Если там кого-то что-то из этого заинтересует, это можно брать. А какие-то дети современные, там, словари, там, Богословского собрания, сочинения, не знаю, что-то еще. Правда, Чичик, каждый вопрос не строит на том, чтобы считать просто.
Ну, понимаешь, ну мало ли их по два считают, ну мало ли. Я играю. Как отсечь 34? Да, как тогда отсечь 34? Там примерно четверть. Я объясню ситуацию. Ну правильно, 3, 11 видно, кстати, да, совершенно логично. Да. Я объясню ситуацию. Вначале этот вопрос был переправлен после теста. То есть вначале мы сдавали цветов, в котором было 55 кипятков. И говорили, что... говорилось, что число начало в районе 50. И просили назвать. Ни одна тестирующая команда не могла сосчитать. И говорили, что это для математиков вопрос. Я не а как брать-то? Как выбрать? 13? Выглядит как четверть. Следующее число фибонакчи 13. А, относительно... 4. Почему 21? Без претензий. Спасибо большое. Я удивлен. Честно. Два пилевые больше нету, да? Что? Нет, два пилевые не приносили вам? Какие? На что пилевые? Ну я не знаю, на что, что-нибудь. Нам не приносили. Все, я просто могу пояснить, какая разница. Все, что просто. Все, что надо, так, чтобы их собрать. Нет, я опять же, я не убегаю, я просто рассказываю о своих причинах. Скажи мне, какие у нас были ответы на 36-32? Марин. Нет, ответы сказать? Ты сказал, что... Да, ты не сказал, спросил, почему. Я, наверное, ответил, потому что вспомнить вебинаре именно такую энциклопедию. То есть, если ты помнишь, что была такая энциклопедия, тогда... Если ты не знаешь, что существовали такой энциклопедии, то она плохая. Значит, скорее всего, наверное, пробел в знаниях. То есть, наверное, энциклопедия известная. Нет, не пробел, я думала, что... Это про футбол? Выпивай. Но в рекламе было 50. Как? Вот расскажи мне, как я могу вот это все крутять вокруг выпивки, выбрать именно твои 50. Если не сказано, что это числительные, если не сказано, что это там все остальное. Да. Я посчитал, я посчитал, у меня получилось 100. Я говорил 100 грамм. И у меня не получилось сложить. Там, там было, там был самый популярный размер, соответствовал 10 голам. Ну, подожди, а выпить ты не можешь эти 50, ты же все равно их выпиваешь. Ладно, хорошо, скажи мне еще 32-й, и я от тебя отстану. И 100 грамм не лезло в пику, значит, ты в одно слово нельзя уложить 100 грамм. Я помню, ослабляемся, там еще кое-что. Нет, опять же, политики три слога, понимаешь? Да, выпивать. Да, замечательно. Выпивать, выпускай каждый год, все что угодно. Собственно, на этой крыше. Фактически, поэтому... Пол-литра, пол-литра это ответ. Какие у тебя вот? Ой, выпивай. Это был вопрос из запаса. Я ищу выпивай. Там вот пока не надо. Там еще три вопроса. Лишних? Да. Поставьте класса кому-нибудь. Ой, мне. В одну тюрьму. 50 граммов там получается. Ну, есть для писем. С собой не уносил. Спасибо большое. Первый у нас поздравил. Да, спасибо. Ну, не первый, я... Первый, там была разминка. Тогда с первым. Спасибо. Потеряли наш правильный ответ? Обратная, видимая. Ой, господи.
видимо, это явно не за счет. Кто ж кутает обратно, а невидимую сторону. Ну, значит, да, лучше там с самого начала, как сегодня было.